Словно сказочное царство, припорошенное легким снежком с дивными голубыми елями, снеговиками и стражниками, предстал перед нашей съемочной группой Зверевский детский дом для глубоко умственно отсталых детей. Переступив порог этого учреждения, нас приятно удивили сотрудники интерната в костюмах сказочных героев. Словно мы попали в закулисье какого-то театра перед началом спектакля. Забегая вперед, скажу, что удивляться и восхищаться в это утро нам приходилось не раз. Коллектив дома интерната организовал 23 декабря выставку-презентацию новогодних блюд. Сотрудники 6 отделений показали не только свои кулинарные способности, но и творческие, поэтические. Каждое блюдо сопровождалось стихами, а то и песнями. Эти фирменные блюда мы считаем просто чудом. Прабабушки пришли, просто в жизнь нашу вошли. Ой, Прилужку, Прилужке, при широком поле, при знакомом табуне конь гулял на поле. Приготовленные вторые блюда, десерты были потрясающе оформлены и отменно приготовлены. Сразу после презентации каждый поспешил отведать шедевры своих коллег. Здесь и жареный карп, и запеченная кефаль в тесте, и салат нежность, и даже яйца Фаберже. Вот петуха, решил я что? Снести яичек 100. И вот принес вам яйца. Они должны понравиться. Хоть и снес их в гараже, зато какие Фаберже. Удача пусть, год петуха, будет нередка. Послушайте от птицы, все лучшее случится. Как оказалось, выставка-презентация – это лишь первый акт театрального действа. Пятиминутный антракт, и мы уже в небольшом зале, где у елочки на импровизированной сцене сотрудники детского дома-интерната показали настоящий актерский мастер-класс. Борода из ваты. Где же мой новый Мерседес и квартира на Канарах? Пес опять скулит сначала. Есть хочу, гостей мне мало. Было весело, задорно, остроумно, живо. Одобрительный смех, бурные аплодисменты – это лучшее признание актерского исполнения. Такие мероприятия в подобных учреждениях – своеобразная психотерапия для снятия стресса, физического напряжения, получения заряда новой положительной энергии. В нашем учреждении неоднократно проходили мероприятия, где работники учреждения представляли свои таланты. Это и рукоделие, и творческие таланты. И в этом году мы решили в преддверии Нового года посмотреть, какие же они у нас кулинары. Я думаю, что те блюда, которые они представили, в высшей степени характеризуют их как отличных хозяек. И желаю, чтобы в каждом учреждении проходили такие конкурсы. И новогодние столы в ваших семьях были тоже полны такими же замечательными блюдами, кулинарными шедеврами.